Ребенку нужна помощь. 2-летний Кирилл Якимов тяжело болен. У мальчика ДЦП, и это не единственный диагноз малыша. Их у него несколько. Родители Кирилла руки не опускают. Они поставили перед собой цель сделать все, чтобы их сын пошел самостоятельно. Тем более после курса реабилитации в Китае состояние Кирилла намного улучшилось. Скоро ребенку необходимо ехать на второй, более длительный курс лечения. А денег у семьи не так много. Контактные телефоны родителей вы сейчас видите на своих экранах. Посмотреть их можно и на нашем сайте ноябрьск.рф. Там же указаны и реквизиты. Мама и папа малыша будут рады и благодарны любой помощи. Не хочу даже такого себе представлять в голове, что когда-то ребенок будет ездить в инвалидном кресле. Это самое ужасное, мне кажется. Поставить ребенка на ноги. Любимыми целями мы этого. Мы будем идти к этому, и мы, я думаю, мы к этому добьемся. Хотя бы к школе, чтобы он у нас уже своими ножками побежал